ее ведущая Регина Мустафина. Сегодня мы продолжим говорить о заинской молодежи, расскажем об итогах работы управления, поздравим самую прекрасную половину Заинска с праздником. Всем привет, мы начинаем. В молодежном центре «Космос» прошла ежегодная итоговая коллегия управления по делам молодежи Заинского района, на которой подвели итоги уходящего года и обозначили планы на год грядущий. Подведение итогов работы управления молодежи в 2015 году – это знаковое событие, учитывая то, какое внимание сейчас в нашем районе уделяется молодежи. Отличительная черта молодежной политики прошедшего года – это последовательная включенность Заинского муниципального района во все республиканские и районные программы и проекты. В районе разработан план развития системы организации отдыха, оздоровления детей и молодежи, концепция добровольчества и студенческих трудовых отрядов. Продолжена реализация программ и, что важно, с их финансовым обеспечением. Такие программы, как сельская молодежь, патриотическое воспитание молодежи, молодежная политика. На коллегии Министерства по делам молодежи и спорта Республики Татарстан был отмечен индекс эффективности реализации молодежной политики в районах Республики Татарстан. Заинский муниципальный район в десятке лучших. В своей подгруппе мы занимаем первое место. Этот результат мы смогли достигнуть благодаря совместной работе, за что хочется сказать вам, коллеги, большое спасибо. Слова Елены Николаевны подтверждают факты. Совсем скоро в микрорайоне Загодзерно распахнет свои двери новый молодежный центр. Уже есть план мероприятий, ждут включения в работу руководителя кружков и секций. Огромная работа проводится и добровольческой организацией. Волонтеров с каждым годом становится все больше. Активно реализуется система организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, поддержка молодых людей, работающих на предприятиях и в организациях. 5 лет в нашем районе реализуется программа «Сельская молодежь». Большое внимание уделяется и патриотическому воспитанию. Только за последний год было проведено более 30 крупных мероприятий, а деятельность молодежного правоохранительного движения «Форпост» отмечена республиканскими структурами. 3 года подряд Заинский территориальный центр занимает лидирующее место. Отметил работу молодежного управления и руководитель исполкома Ильнар Хафизов. Очень хороший был доклад у Елены Николаевны, очень подробный анализ. Действительно, очень многое сделано в течение 2015 года, и задачи также ставили на 2016 год, поэтому я повторяться не буду. Содокладчики тоже мне очень понравились, подобрали, самое главное, тех людей, которые сегодня что-то сделали, которые сегодня могут о чем-то говорить. Действительно, вот эти отряды и варка памяти, которые экспедиции, добровольческие отряды, сегодня, к сожалению, существуют не во всех муниципальных образованиях нашей республики. То, что это у нас есть, это действительно наше богатство. Поэтому мы должны дорожить, мы должны помочь, мы должны развивать, чтобы в дальнейшем работали вот эти экспедиции и такие же отряды. Современный этап реализации государственной молодежной политики в районе соединяет 2 базовых приоритета. Первый – стабильное инвестирование в развитие молодого поколения и решение ее проблем. Второй – дальнейшее развитие молодежной отрасли в соответствии с теми масштабными задачами, которые стоят перед районом и республикой. Добрый вечер, милые дамы! Для вас не секрет, что быть женщиной очень сложно. У нас есть много маленьких и больших уловок. У нас есть шопинг, макияж, татуаж и золотые 2 правила – не есть после 6 и не звонить первой. А вот знают ли об этом наши мужчины, мы узнаем сегодня. Представьтесь. Меня зовут Фаиль. Здравствуйте, меня зовут Юрий. Да, меня зовут Руслан. А вы знаете, что у нас есть правило, что нам нельзя кушать после 6 и нельзя звонить первой? Да, знаю. Но после 12 вы кушаете, это я тоже знаю. У девушек есть много правил, которые необъяснимы. Как вы думаете, для чего наше существует золотое правило не есть после 6 и не звонить первой? Что еще? Что должно быть в женской сумочке, по вашему мнению? Лак. Помада, помада, лак и влажные салфетки, вот. А лак для волос или для ногтей? Для ногтей, конечно. А для волос почему нет? Может, и для волос тоже есть у вас, но лак для ногтей по-любому есть. А для чего? Для чего? Чтоб как там, как делать, чтоб покрасить ногти, красить ногти, как там называется, там маникюр, педикюр, нет, педикюр это на ноги делают. Да, маникюр для рук. Да, маникюр, чтоб сделать. Расческа, помада, кошелек, зеркало обязательно.
все, наверное. Как вы думаете, что же это за вещица? Можете даже посмотреть, потрогать. Без понятия. Открою маленький секрет. Она даже сгибается. Ух ты. Ну, можно за место стяжки использовать. А больше подвязать что-нибудь где-нибудь. Опа. Ну, это не, я не знаю, что такое. А? На кость, да, на какую-то косточку. Наверное, для волос, да? Да. Ну. Совершенно верно. Заколочка. Угу. А вот это? А я-то знаю, это тоже для волос. А как называется? Губка, не губка. Нет, не губка. Не знаю даже, как называется, но знаю, как оно выглядит. Это получается волосы. Волосы надо... Вот через отсюда, что ли, как-то. Ну, примерно так. Кубышка. Кубышка. Может, на руку надевается? Я вообще понятия не имею. А вы бы что с ней сделали? О. Та-дам. Так это, этот кухонный, это... Для мытья посуды, да, губка, да? Нет. И для волос. Это для волос. Для волос, да? Ну, похоже, вот для мытья. Это называется кубышка. Кубышка? Кубышка, да. А вот это? Это для губ. Откройте. Нет, для губ блестит. Хорошо. А вы можете показать, как примерно красить? Ну, не на себе, естественно, просто жестом. Возьмите прям кисточку. Ага. Ну, так делают-то и... Это вот обычно так делают, как я замечал. Ну, остальные как-то вот так примерно. Это тоже можете. Это на лак для ногтей похоже. Увы, нет, это блеск для губ. Вы знаете, что это такое? Знаю. А можете изобразить, как нужно красить? Губы? Да. Если только на вас. Нет, не на себе, просто жестом. Блин. Видимо, нет. Я затрудняюсь. Когда хорошо. Это делает моя девушка, она меня выгоняет с комнаты. А, это помада. А, нет. Помада, да. Новый уровень. Тушь. Ого, с первого раза? Ну, тушь. Да, тушь. А это уж, там уж понятно. А открывать можно? Да. Это на тушь похоже. Ух ты, действительно. Угадали. Возьмите. Можно, откройте. Да? Тушь. Тушь. Ну. А вы можете изобразить, как девушки должны ею красить? Просто жестом, не на себе. Ну как, открыть надо, да? Да, да. Вот типа того. Правильно. Дорогие девушки, женщины, поздравляю вас с этим прекрасным праздником. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы вы были самыми-самыми красивыми и будьте... А, нет, любите и будьте любимыми. Милые женщины, поздравляю вас с 8 марта. Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда все оживает, расцветает и распускается. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными. Улыбок, хорошего настроения, радости и счастья. И особенно хочется поздравить мою любимую девушку Герасимову Дарью Александровну. Желаю вам счастья, здоровья, самое главное, любви побольше. И
семейного благополучия. Коллектив управления по делам молодежи и телерадиокомпания ЗАИ-ТВ еще раз поздравляет всех заинских женщин с праздником 8 марта. Желаем, чтобы в вашей жизни было больше счастливых моментов и вы чаще улыбались. Не пропустите следующий выпуск вечерком, участвуйте в его создании вместе с нами. Присылайте ваши идеи к нам на почту или в группу ВКонтакте. До встречи! Все в лесу шумит, поет, праздник мамин настает. Нужно всем обговорить, будем мамам что дарить. Скажут папы обезьяны, чтоб купили мы бананы, чтоб варили круглый год мама банановый компот. Скажут папы хомячки, купим мамам мы крючки, чтобы день детской до ночки нам вязали свитерочки. Скажут папы мишки, купим мамам крышки, купим баночки, коренья, варят мамы пусть варенье. Мала зайка на опушке мчится вдаль, раскинув ушки. Эй, постой, ну где же ты? Я спешу купить цветы. Ведь зачем дарить ключи? Эх, ну мишки, хомячки. Чтобы мамы отдыхали, чтоб как пташечки порхали. Будем мам любить, будем им цветы дарить. Так что хватит думать много, все за мной, в путь дорогу. За подарком самый час, ждут с цветами мамы нас. А цветы где взять? Найдем. К мамам с ними в лес пойдем. Праздник мам, день большой. Мама любит всей душой.